нарастает общественная активность и ответственность советских людей за дела страны. Возрождается авторитет честного, добросовестного труда. В общественной жизни все более утверждаются высокие требования, критика и самокритика, широкий демократизм и гласность. Конечно, перестройка идет нелегко и не без болезни. Не все и не всегда сразу получается так, как надо. Старое сбои уступает дорогу. Но нас с вами это не должно смущать. И тем более нельзя отступать перед трудностями. Мы взялись за огромное дело, которое преобразит и нас самих, и нашу страну. Ясно, что это не произойдет само собой. Нужны наши совместные усилия.